когда Господь наш Иисус Христос уходил с земли, Он оставил Своим ученикам одно самое конкретное ясное поручение. То, что стало известно как великое поручение, это поручение определило в огромной степени общее развитие христианской церкви. Я подумал, в связи с этими событиями, которые происходят сейчас там в Украине, в России в каком-то смысле, эта тема, наверное, более важная. Дело в том, что вот христианство такое, каким мы его знаем сейчас, оно не всегда было таким. Что я имею в виду? Вот большой молитвенный дом, такой замечательный хор, оркестр. Вот. Это большая группа людей, собранная, которая слушает слово, которая вот вместе все собраны. Первые три столетия христианской церкви это было абсолютно невозможно. Совершенно. Более того, первые три столетия церковь испытывала такой уровень гонений, который она не испытывала потом. И несмотря на это, церковь выжила. Больше того, она не только выжила, она распространила свое влияние так, что с ней вынуждены были считаться. Император Константин в начале IV века принимает христианство как государственную религию отчасти и потому, что каждый десятый в Римской империи был христианином. Он увидел в этом значительную силу, массу людей, которые придерживались определенной идеологии или духовной позиции. И вот все это стало возможным по причине того, что ученики следовали повелению Иисуса Христа. Давайте прочитаем эти слова, 28 глава Евангелия от Матфея, 19-20 стихи. Здесь написано следующее так: «Идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот очень интересно, мы когда читаем эти слова, я говорю о себе. Вот чаще всего я читаю эти слова и где-то читаю одни слова, а имею в виду другое. Чаще всего эти слова в моем разуме звучат следующим образом: «И делайте все народы христианами». «Делайте все народы спасенными людьми». И это, с одной стороны, правильно, конечно же, да, это включает в себя спасение, это включает в себя то, что люди становятся христианами. Но Иисус неспроста избирает именно этот термин, именно это слово. «Делайте все народы моими учениками». То есть что-то должно произойти в человеке, когда он соприкасается с Евангелием, соприкасается с благой вестью. Что-то большее, чем только перемена его статуса из погибшего в спасенный. Что-то еще должно в нем произойти. Этот человек должен стать учеником Иисуса Христа. Слово «ученик» подразумевает учебу, подразумевает учение, то, что ученик учится. Слово «ученик» подразумевает намного большее, чем просто упование на то, что с Господом у меня все вопросы решены, и теперь все остальное окей. И как мы видим, как сами ученики формировались, это очень интересный фактор, который действовал внутри их сознания, изменяя их внутренний мир и их жизнь. У нас на протяжении этой конференции будет много разных тем, вернее, эту тему мы будем раскрывать с разных граней, от богословских до практических. И я очень благодарен братьям, что они смогли приехать, и Андрей, и
Я знаю, что Жене тоже было очень нелегко вырваться, и из церкви это беспокойное время, и вот отпустили с трудом. Спасибо, скажи, Жене, братьям своим. Вот. И кроме того, пришлось лететь через полмира для того, чтобы сюда попасть на 4 самолетах и потерять чемодан. Он сегодня вот у нас без галстука, вот, и без пиджака. Вот, чемодан где-то улетел из Тегерана, из этого, из Стамбула куда-то, куда-то в другую страну. Вот. Но очень хорошо, что мы здесь. Александр Калинский должен был быть, он по понятным причинам, его нет сегодня здесь с нами. Но мы будем рассматривать этот вопрос с разных сторон. И я хотел бы сегодня задать вопрос к этому главному утверждению. Что значит фраза Иисуса Христа «Делайте все народы моими учениками»? Для того, чтобы мы точно отвечали на подобные вопросы, нам нужно посмотреть, что эта фраза означала тогда. Когда мы говорим сегодня слово «ученик», то мы воспринимаем ее сквозь призму нашего представления об этом термине. То есть у нас есть определенное представление, кто такие ученики, и когда мы читаем «делайте все народы все моими учениками», и мы представляем себе, студента. Есть такое выражение «вечный студент», но обычно это негативное выражение. Когда говорят «вечный студент», значит, человек всегда учащийся и не могущий дойти до познания истины. Апостол Павел говорил так. И поэтому у нас где-то внутренняя нестыковка. «Сделали учениками» или «делать учеником» – значит, это поучиться немножко, и потом, в конце концов, нужно научиться. Но здесь Иисус говорит о чем-то совершенно ином, очень, очень радикально отличающемся. И для того, чтобы понять, что это такое, нам нужно посмотреть на их представление, на то, как ученики представляли себе, что такое «делайте ученику». А ученики представляли на основе того, что Иисус делал с ними. Он однажды взял их и сделал учениками. И теперь, когда ученики слышат об этом, они понимают, что речь идет о том, что Христос сделал с ним. Я хочу вместе с вами посмотреть на несколько наблюдений по отношению к ученичеству в жизни Иисуса Христа. Что Иисус делал с учениками? Несколько вещей просто подчеркнуть, отметить для того, чтобы нам иметь немножко более широкую картинку, общий фундамент перед тем, как мы будем говорить о деталях этой темы на протяжении этих трех последующих дней. Самое первое наблюдение, которое ясно бросается в глаза, заключается в том, что ученики были основной целью служения Христа. Конечно, главная задача Христа была искупление. Это точно, это его вот тот финал. Но у него было 3,5 года жизни до искупления. И вот эти 3,5 года служения. И вот эти 3,5 года служения, они были сфокусированы на главную цель. Там было много второстепенных. Христос исцелял людей. Христос проповедовал народам. Христос обращался и взаимодействовал с фарисеями, с религиозными начальниками. Христос приходил к мытарям и грешникам, самым потерянным людям. То есть у него была обширная деятельность, которая включала в себя очень многое, но его главной задачей было взрастить учеников. Были ученики сами. Это очень хорошо видно в Евангелии от Иоанна, 17 глава, где Иисус подводит итог своей жизни, и Он молится, и у Него разговор с Отцом, и в этом разговоре Он говорит такие интересные слова. 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Это еще, заметьте, до искупления. Искупление будет в следующий день, это четверг вечером. То есть Христос говорит о деле, которое Бог Ему поручил. Дальше говорит, «Ты ныне прослав меня, ты, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира, я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира».
Здесь очень ясно сказано, дело, которое ты поручил мне исполнить, в чем оно заключалось, открыл имя твое. И открыл тебя людям, нескольким людям. То есть Иисус ясно фокусируется на одной самой важной цели. И эта цель заключалась в 12 человек. Я еще раз подчеркну, это не единственное, что Он делал. Некоторые люди, когда они говорят или думают об ученичестве, они думают, что мне нужно бросить все, и мне нужно заниматься только ученичеством. Нет, Иисус занимался, как я уже сказал, очень многими вещами, очень многими. Помните, толпы людей приходили к Нему, исцелялись. Он учил толпы людей, Он проводил много времени в молитве. У Него было много всяких разных форм взаимодействия с самыми разными людьми. Но главной Его целью, которая была поручена Ему Отцом, это эти 12 человек. Второе, не менее важное наблюдение. Ученики были приготовлены и даны Христу Богом. Это не просто так, когда мы говорим о том, чтобы делать учеников, не из всех сделаешь учеников. Вот Иисус Христос, сам Божий Сын, пришел на землю, представляете себе, с Его колоссальнейшими возможностями, с Его сильнейшей способностью к проповеди, с Его проницательностью, когда Он видит людей насквозь. И мы видим только 12, не 120 и не 1200. И причина этого именно в том, что Бог дал ему 12. Посмотрите еще раз на эти слова. «Я открыл имя Твое человеком или людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». Вот первый вывод, который мы видим, нет ничего важнее ученичества. Причем для каждого христианина, для каждой христианки. Кстати, почему мы открыли эту конференцию для сестер тоже? По той же самой причине. Это касается не только мужчин, это касается всех. Нет более важной задачи, как найти ученика, ученицу, как передать, показать, сделать человека учеником Иисуса Христа. Но в то же самое время очень ясное Писание, очень ясную истину показывает, что этого не произойдет, пока Бог не даст. Бог должен дать. Вот почему Иисус молится об учениках так много. Вот почему, помните, перед тем, как ученики, как Он послал или предстали ученики, Он проводит в ночь молитвы. И наверняка Иисус молился об этом очень много. Он ясно понимал, что у Него есть задача. Заметьте, мы весь мир не спасем, 100%. Но Бог предопределил людей, которым мы должны передать веру, которых мы должны вести ко Христу, которых мы должны взращивать в Иисусе Христе. Помните, Андрей, когда встречается со Христом, и он потом зовет своего брата Петра, и вот там очень интересно показана подготовительная Божья работа. Евангелие Иоанна, 1 глава, 40 стих, когда Иоанн Креститель представляет Иисуса Христа, в момент крещения один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос. Вот когда мы читаем эти слова, это значит, что они искали Мессию. Это значит, что Дух Святой предварительно сделал свою работу в их сердцах. Это значит, что Господь подготовил их, и Он поставил Андрея в эту точку, где Иоанн проповедует, в этот день, когда Иисус пришел туда. Вот это большая Божья работа проведения, которая позволяет
свершится этому чуду, когда появляются ученики. То же самое было в служении апостолов. Деяние 13:48. Посмотрите, язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, и дальше указано, не все, не весь город, все, кто были предоставлены к вечной жизни. Есть определенная Божья подготовительная работа. Господь дает учеников. Итак, первое, что мы видим, ученики – это основная цель служения. Второе – учеников дает Господь. Третье наблюдение, которое мы видим в жизни Иисуса Христа – Христос молился об учениках. Христос молился еще до того, как они появились, чтобы Отец дал их. Вот это очень интересно, друзья. Я смотрю на себя, на свою жизнь. Я долгое время еще был в молодежи, еще много-много лет тому назад, как-то думал об ученичестве. Я помню, эти термины впервые как-то стали центром нашего внимания. Мы тогда еще получили, это было еще советское время, мы получили кассеты Ярла Николаевича Пести об ученичестве, курс ученичества Ярла Николаевича Пести. Я помню, мы собирались с группой молодежи и изучали их, слушали и думали, а что же это такое ученичество? И оно было чем-то таким очень таинственным и непонятным, и загадочным для нас. Но вот очень ясно мы видим в Иисусе Христе, что даже для Него это был вопрос, который Он сам на земле не брался, чтобы решить. Он его решал с Отцом. Он просил Отца: «Отче, дай мне учеников». Вот он, казалось бы, интересный, как я уже сказал, он обладал колоссальными возможностями. Вот как мне кажется, вы знаете, есть такие люди способные, вот он только сказал, за ним толпа идет. А добавьте к этому еще способность чудеса творить. И не просто толпа шла за ним, а еще и царем хотели сделать. Но вся эта толпа, которая праздновала и торжествовала, и его поднимала, вся эта толпа, они стали его учениками. И Иисус это очень ясно понимал. Он не отказывался от этой толпы. Он их кормил хлебом, помните. Он проповедовал, но он ясно понимал, что они не его ученики, они не стали его учениками. Он молился, чтобы Отец дал учеников. Это, кстати, очень важный элемент, касающийся нашего служения вообще. Очень часто мы, как христиане, мы пытаемся найти свое место, пытаемся определиться, а чем же я могу быть полезен для Господа. Друзья, молитесь об этом. Молитесь, чтобы Господь дал. Вот мы по-человечески можем каким-то... Так Христос сделал. Он молился Отцу о своих учениках, чтобы Господь послал ему учеников. И он был уверен, когда он молится, он говорит: «Тех, которых ты мне дал». Больше того, он молился о них, когда они уже были у него. А они были: «Ребята, будь здоров». Если посмотреть на учеников, на то, что они делали, ну, не ангелы. Процесс, который наблюдается в них, был очень сложный. Вот я когда читаю об учениках и думаю, а чем же они лучше всех остальных евреев, которых было полно вокруг Иисуса Христа. Такие же корявые, со всякими своими вопросами, проблемами. Иисус молится о них. Он проводил в молитве каждый день много времени, каждый вечер, каждую ночь. Писание говорит много. И, скорее всего, главным предметом его молитвы были его ученики. Мы знаем это из 17 главы Евангелия Иоанна. Это та же самая первосвященническая молитва, которая немножко раскрывает нам сердце Иисуса Христа. И он говорит, 9 стих, «Я о них молю».
не обо всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Он подчеркивает, я не обо всем мире молю. Интересная вещь, Христос – спаситель мира, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, а молится об учениках. То есть у него была специальная молитва о своих учениках. Вот о тех 12, о тех нескольких. Почему у него была молитва специальная? Потому что он ясно понимал, что только Отец может сделать эти перемены, которые нужны им. Помните, когда Петр исповедует и говорит: «Ты Сын Божий, ты Христос, Сын Бога Живого». Помните, Христос что говорит? Он говорит: «Не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец мой, сущий на небесах». То есть Иисус ясно понимает, это результат действия, сверхъестественного действия неба. Кроме того, Иисус молился об учениках учеников. 17 глава, 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Так это три вещи, три наблюдения, которые мы видим в отношении Иисуса Христа к своим ученикам. Первое – ученики были основной целью служения Христа. Второе – ученики были даны Христу Богом. Христос это очень ясно понимал. Третье – Христос молился об учениках, потому что понимал, что весь этот процесс глубоко духовный. Это невозможно взять самому и сделать ученика или взрастить. Четвертое. Христос целенаправленно взращивал учеников. То есть, когда мы наблюдаем за тем, что делает Иисус Христос, Иисус целенаправленно с ними работает. И очень интересно, что это не было курсом ученичества, это не было занятиями за парты, это было образом жизни. И когда мы говорим «образ жизни», мы часто как-то уходим от сути этого явления, и это происходит вот почему. У нас наш образ жизни западный сегодня отличается от того, что было на Ближнем Востоке тогда. Тогда не было такого графика работы, тогда не было таких взаимоотношений, которые сегодня. Тогда типично было, что появляется учитель, и за ним следует толпа учеников. Группа учеников, обычно это были небольшие группы, сравнительно, примерно так, как у Христа и апостола, 12, 20, там, 40 человек. Вот, и они ходили за своим учителем, и у него учились, они жили вместе. И так как сегодня это невозможно, то мы вот послушаем, почитаем и говорим: ну да, а как это практически выразится в нашей жизни? Нам это трудно представить, и мы не находим объяснений. Так вот, наблюдая за тем, что происходило между Христом и апостолами, мы можем найти несколько вещей, несколько действий Его, которые вполне транскультурны, то есть их можно вытащить из той культуры и применить к нам сегодня, в наше время, к нашим обстоятельствам. Несколько вещей я подчеркну. Во-первых, Христос передавал им Слово Отца. Вот можно по-разному, можно в классе его передавать, можно так, как во Второзаконии написано: «Идя дорогой, ложась и вставая», но цель одна – есть Слово, которое нужно передать. Друзья, когда люди говорят об ученичестве, часто говорят об отношениях, часто говорят просто о том, что вот собрались, поговорили, вот, просто вот, ну, о том, о сём и так далее. Ученичество предполагает, что основой всего будет передача слова. Слово занимает центральное место. Вот почему Христос говорит: делайте не своими учениками, а моими учениками. А как люди сегодня могут учиться у Иисуса Христа? Нет другого пути, как только через Слово. То есть, если что угодно там происходит, какой-то тип взаимоотношений, который называют ученичеством, если нет там передачи Божьего Слова от души к душе или от души к душе, там нет ученичества. Ученичество предполагает, посмотрите, Иисус говорит, опять-таки мы смотрим на 17 главу Иоанна, 7 стих, 8,
«Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне от тебя, есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Ученичество построено не на ноу-хау. Какую-то методику кто-то изобрел, как быть продвинутым христианином. Ученичество построено на простой, единственной вещи. Это взять Божье Слово и передать его другому человеку. Почему? Потому что только Слово дает жизнь. Потому что всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. А Слово Господне пребывает вечно. Христос передавал им Слово. И мы можем увидеть, это был центр любого процесса ученичества в любой точке истории. Второе, Христос являл им Бога. Он передавал Слово, но Он Словом открывал Бога. Он передавал Слово не как идеологию, не как философию, не как собрание принципов, а как откровение Отца. Это было Слово живого, суверенного, любящего, могущественного владыки неба и земли. Это очень важный вопрос, потому что мы часто нивелируем христианство, опуская его на уровень принципов, опуская его на уровень хорошей идеологии, на уровень какого-то учения. Но смысл слова в том, что оно является откровением самого Бога. Вот почему трепет слова должно вызывать. 17 глава, опять 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Я открыл имя твое человеку». Открыл имя Твое, то есть суть Твою, суть того, кто Ты есть. Я открыл. Первая глава Евангелия Иоанна, 14 стих и потом 18 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Вот у апостола Иоанна осталось это ощущение. И Иисус, он пишет эту книгу, Евангелие Иоанна, в 90 каком-то году, через 60 лет после того, когда Христос, больше чем 60 лет, как Христос уже ушел с земли. И вот у него осталось в памяти, у него осталось ощущение, Христос, Мессия, открыл, показал Отца. Мы видели славу, Бога никто не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, когда мы говорим о том, что ученики Иисуса Христа – это те люди, которые воспринимают Божье Слово, в этом суть ученичества. Опять-таки, друзья мои, ученичество – не программа. И мы, в общем, все занимаемся ученичеством. Я имею в виду, если появляется хоть какой-то истинный христианин, если это действительно христианин или христианка, то там обязательно был процесс, когда слово как-то вошло в жизнь этого человека. И вот задача этого слова – открывать Бога. Если не открывается Бог, душа остается в пустыне духовной. Душа остается сама с собой, наедине с этими же мирскими всякими источниками псевдорадости, псевдоцелей. Вот почему задача слова, вот почему Христос этим занимается, задача слова – открыть Бога. Почему? Потому что Бог – источник мира, Бог – источник полноты, Бог – источник радости настоящей, Бог – источник смысла и цели жизни. Вот почему мы говорим сегодня о событиях, которые происходят в Украине, и печалью наполняется сердце. С одной стороны, сжимается сердце от той боли, с другой стороны, смотришь, и как будто там нет веры. Вся надежда только на армию,
вся реакция только по плоти. Ну, не вся, конечно, но вот то, что выливается в социальных сетях, очень часто видно. И эта причина заключается в том, что вот эта связь души с великим Богом не была такой прочной. Вот что значит «делайте моими учениками». У нас сегодня христианский мир, который в огромной это люди, которые не стали учениками, которые не знают, что такое ученичество, не стали учениками Иисуса Христа. Четвертое или третье, как Христос взращивает учеников, Он передавал им Слово, Он являл им Бога, Он учил учеников молиться. Я всегда думал, я не так давно братьям на нашем пресвитерском совете предложил: братья, нам нужно сделать курс молитвы в церкви. Вот у нас есть курсы, или проводили здесь курсы самые разные, по герменевтике, по апологетике, систематическое богословие, история церкви, самые разные формы или дисциплины, которые только возможны христианские. Но у нас не было курса молитвы. Для Христа это было важно, потому что без молитвы не будет ученика. Без настоящей зависимости от Отца не будет ученика. Потому что молитва – это такая очень, очень глубокая часть христианской жизни. Они видели, как он молился в самых разных местах, и его молитвы его поражали, их поражали. Они понимали, что они имеют дело с совершенно не такими молитвами, как они видели раньше. Это не молитвы фарисеев. Они видели, как он молился в Гефсимании, когда пот его был, как капли крови. Они видели, слышали его ежедневные молитвы. Вот почему они просили Христа, Луки 11 глава, 1 стих. «Случилось же, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». А вот он учит и конкретно уже объясняет ему базу молитвы. Он сказал: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Молитва – важная часть того, чему Христос учил учеников. Четвертое. Христос заботился об учениках. Они были дороги для Него. Он понимал, что это те люди, которые доверены Ему Отцом. И Он даже в конце, в своей первосвященнической молитве, Он специально дает отчет Отцу. Посмотрите, 11 стих, 17 глава. «Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое. Тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое». Он их опекал. Кстати, очень интересная эта опека. Очень интересно, он понимал, что невозможно взять и прежде времени привести их к какой-то точке. Вот немножко позже мы будем читать несколько текстов, которые говорят о том, что ученики вот на первом этапе так поступали, и Христос их не выстраивает и не требует, и Он терпеливо ждет, когда они вырастут. У нас сейчас в магазине книжном есть интересная книга, которая называется «Искал Аллаха, нашел Христа». Если вы еще не читали ее, она, кстати, есть на английском языке, Набиль Куреши написал ее, он, к сожалению, вот пару лет тому назад как умер, ушел в вечность. Это человек, который был мусульманином, который
искал понимание своей веры и встретился с христианином. Вот его друг, его звали Дэвид. И вот там в этой книге очень интересное описание того, сколько времени потребовалось, чтобы у этого Набиля поменялись взгляды. Это не так, что взял, пришел, рассказал ему 4 духовных закона, и он взял под козырек и сказал: «Служу Господу Иисусу Христу». Это годы. Годы взяло, пока вот этот Дэвид потихонечку, Господь его использовал. И он наблюдал за этими переменами. А для них же, понимаете, это не просто стать верующим, а это человек, это значит потерять семью, потерять друзей, потерять вообще все. Для тех, сегодня для многих современных людей, у них и так семьи нет, вообще понятия семьи нет. А даже если есть, то они не такие прочные. А там семья – это очень много. И вот я когда читал эту книгу, я смотрю, вот какой длительный процесс. И я вспоминаю Иисуса Христа, как Он очень тщательно заботился. Вот когда Он заботится, Он ждет. Это не так, что Он сейчас, ну-ка, давай Петро, давай Иоанн. Вы почему? Я вам уже столько сказал, я вам уже так объяснил. Очень интересная забота. 24 стих, или конец 13 стих, смотрите. «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». То есть он любит их, он хочет, чтобы они получили радость. 24 стих, продолжение. «Отче, которых ты мне дал, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И эти познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». То есть, заметьте, ученичество – это не просто так, что Христос передает им информацию, а Он с любовью, с терпением ждет, когда их душа откликнется, и Он просит Отца, чтобы это произошло в их сердце, чтобы их сердца могли отражать ту настоящую радость, наполняться той настоящей любовью, которую Иисус принес. Пятое. Христос формировал их мировоззрение. Он учил их думать. Много разных вообще текстов в Писании на самом разном уровне. Он формировал взгляд на Мессию прежде всего. Матфея 16 глава, помните, «За кого почитают меня люди, а вы за кого почитаете меня?» Иисус говорит, Симон Петр отвечает: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Другой подробный разговор описан в Евангелии Иоанна, или подобный разговор. 6 глава, помните, когда 70 учеников отошли от Христа, и Христос, вот приходит то время, когда Он задает ключевой вопрос. Он говорит: «А вы не хотите отойти от меня?» Петр отвечает: «Господи, к кому нам идти?» То есть вот это вот точки, которые показывают, что это главная задача. Христос хочет, чтобы они поняли, Он Мессия. Почему? Потому что здесь ключ к спасению. Кроме того, Иисус объяснял ученикам значение слова. Помните, многочисленные ситуации, вот одна из них, 13 глава Матфея, 10 стих, «Приступив к нему, ученики спросили: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, чтобы вам дано знать тайны Царствия Божия, а не им дано, а им не дано. Ваши же очи блаженны, и уши, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле». Дальше объясняет им. То есть он учит народ, а им потом отдельно объясняет, вот что значит это слово. Опять-таки, мы наблюдаем за тем, что происходит с учениками. Иисус исправляет неверные взгляды учеников. Много таких ситуаций. Помните, поспешность Петра, когда он пообещал, что Христос заплатит за храм, этот налог в храме.
И Христос терпеливо говорит ему: слушай, а кто должен? Сыны разве должны платить налог? Ну и потом Петру говорит: пойди, там есть рыбка, поймай рыбку, там мне денежка лежит, возьми и заплати. Вот это вот такое терпеливое исправление. Или еще одна ситуация. Помните, когда ученики поддержали мнение Иуды, что нужно было продать драгоценное благовоние, которым Мария помазала ноги Христа? Помните, он останавливает, и он ученикам говорит: она приготовила меня к погребению. Таких ситуаций было очень много, когда Христос исправляет. Они неправильно думают. В этом-то и суть учеников, что они еще не все умеют, что они учатся. И, к сожалению, учатся не так, что сидят, знаете, с открытым ртом: Господи, а они живут, они действуют, раз здесь... это мира, и они здесь, Иуда говорит: о, какая трата денег, и эти ученики вокруг, правда, зачем столько денег было потрачено, 300 динариев, мы могли бы это продать и могли бы бедным послужить. То есть это естественная жизнь, Христос потихонечку, спокойно их корректирует. Кроме того, мы видим, что Иисус учил их реальности духовной жизни. Он говорит, что значит духовная жизнь. Иоанна 15:4, помните, он говорит: как прибудьте во мне, как и я в вас, как ветвь не может приносить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Дальше немножко ниже говорит: как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. То есть он объясняет практики духовной жизни. Больше того, Иисус учил глубоким богословским истинам. Помните, 6 глава Евангелия Иоанна? Говорит: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, верующий меня не будет жаждать никогда». Вот когда говорят о том, что ученичество – это только простые вещи, посмотрите, чему Христос учил. Он учил глубочайшие вещи. Почитайте 6 главу, это после 6 главы, или в ней мы читаем, как 70 учеников перестали ходить за Христом. Потому что они соблазнились о том, что сказал: если не будете есть плоти и пить крови моей. Где Христос говорит о глубочайших доктринах. Все, что Отец мне дает, Отец ко мне придет, приходящего ко мне не изгоню вон, бо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. То есть в ученичестве есть место для глубочайших доктрин. Опять-таки, некоторые говорят, глубокие доктрины – это все только там вот для теологов, которые толстые книжки любят. 39 стих. «Воля же пославшего меня есть та, чтобы из того, что ты мне дал, ничего не погубить, но все воскресить в последний день». То есть, опять-таки, это еще доктрина за доктриной, которые собраны здесь в одной главе. Кроме того, Христос говорил о будущем, о цели, о назначении жизни. Это не полный, далеко не полный список всего того, чему Иисус учил своих учеников. 16 глава Иоанна, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». То есть он показывает будущее, он ясно говорит, куда он их ведет, куда они придут. Опять-таки, это только примеры, очень много-много вещей, мест, которые об этом говорят. Итак, мы говорим о наблюдениях, что Иисус Христос делает с учениками. Мы говорили, что он передавал им слово Отца, он являл им Бога, он учил учеников молиться, он заботился об учениках, он формировал их мировоззрение. Христос вовлекал их в служение. Много примеров. Я приведу только одну историю. Помните, он посылает их проповедовать Евангелие, посылает их проповедовать по двое. И потом они приходят, и он дает оценку тому, что они делали. Помните, они приходят и говорят: бесы нам повинуются. И Христос корректирует. Он говорит: это хорошо. Луки 10, 20 стих. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
То есть они служили, кстати, в самых разных функциях, не только проповедью. Помните, они раздавали хлеб и рыбу, когда-то накормили толпы людей. Ученики это делали. Они готовили комнату для последней вечери. Они предоставляли транспорт, помните, на лодке. Христос часто пользовался. Они регулировали толпы людей, которые окружали Христа. То есть служение, которым занимались ученики, это было самое разное служение. И последнее, Христос учил их страдать за имя Его. Это очень интересная часть ученичества, неизбежная часть ученичества. Андрей Данилович завтра будет говорить об этом, завтра или послезавтра подробнее будет говорить об этом, о том, как это было в жизни апостолов. Но Иисус Христос очень ясно говорил ученикам, они идут за Ним, и Он очень ясно говорит им, вы придете к страданию, я вас веду на страдание. Очень интересные перспективы. Обычно люди хотят идти к чему-то, где будет легкий путь, где будет, может быть, какой-то радужная какая-то цель. Несколько мест, где Иисус говорит, Матфея 20 глава 17 стих, «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут язычникам на поругание, биение, распятие, и в третий день воскреснет». То есть он ясно говорит им об этом. В это время мать сыновей Зеведеевых подходит к нему и просит, пусть они по правую и по левую сторону сядут. То есть они не регистрируют это, они движимы совершенно иным чем-то. 22 стих этой же главы. Иисус сказал им в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем», не осознавая, о чем идет речь. И смотрите, и говорит им, чашу мою будете пить, это чашу страданий, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Луки 22 глава, сегодня упоминались эти слова уже, 31 стих, Христос говорит Петру, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». То есть Христос им ясно говорит, будете страдать. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Друзья, наша жизнь полна страданий. И когда мы говорим о настоящем ученичестве, настоящее ученичество, оно учит, оно дает человеку путь, как проходить страдания. Страдания есть у всех людей. Но ученики знают, как побеждать в страданиях. Мы живем так, чтобы страдание какое-то такое неестественное состояние, от которого хочется, ты ожидаешь, когда же оно пройдет. Вы знаете, наша жизнь полна, даже вот наша жизнь на Западе полна самых разных страданий. Я сейчас вот стою перед вами с болью. Заболел вчера. Немножко получше, чуть-чуть себя чувствую, так что могу стоять здесь. Но чувствую себя прескверно. Это напоминает мне о страдании. Ну, если бы физическая боль была только. А сколько боли душевной. Сколько боли где-то в отношениях. Сколько боли сегодня люди, которые находятся здесь, за их родственников, которые сегодня под бомбежками. Сколько страданий от того, что мы ничего не можем сделать. И вот почему Христос обращается, и Он учит учеников, как страдать. Для нас это чуждое. Нам кажется, что нас нужно научить, как жить. Мы дети царя, и мы поэтому должны быть избавлены от страданий. Нет. Совершенно не так. Мир, в котором мы живем, полон скорби.
скорби не будет и боли не будет только тогда, когда Господь придет во второй раз. Вот тогда Он освободит от боли, тогда Он освободит от войн, тогда Он освободит от зла. Но Господь приходит, и Он учит учеников, как страдать. Вот в этом наша задача, когда мы делаем учеником, взращиваем учеником. Иоанна 15, глава 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел». Это нормально. Это нормальный образ жизни. Это нормальный порядок вещей. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам? «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, буду гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделает вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». В другом месте, помните, 15 глава, Христос говорит, в мире будете иметь скорбь. Молю, чтобы ты сохранил их от зла. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Это реальная жизнь. Вот эти войны, которые вот сейчас близко к нам подошли. Мы просто их ощутили. Друзья, то же самое было, когда бомбили Ирак. То же самое было, когда бомбили Сирию. То же самое происходит каждый Божий день, где-то идет война. Мы просто ее не чувствуем. Там наших родных и близких нет. И нам фотографии оттуда не присылают. Но это боль, это трагедия, которой полна земля. Итак, мы говорили уже о нескольких ключевых вопросах. Мы говорили о том, что Христос целенаправленно взращивал учеников. Вот. И последнее, что я хотел сказать, Христос был очень терпелив с учениками. Это очень интересное наблюдение. Ученики росли постепенно. Он не ожидал от них быстрых результатов. Он хотел этих результатов. Помните, Он много раз говорил, почему у вас так мало веры? В разных ситуациях. Маловерный. Зачем ты усомнился, когда Петр идет по воде и не смог идти, начал тонуть? Христос ему говорит, маловерный. Но Христос понимает, что ученичество требует времени. Поэтому Он терпелив с ними. И поэтому Он реагирует на них спокойно, когда они не понимают Христа. Он идет на Голгофу, а они собираются царствовать. Уже 2 года Он их учит. Уже 2 года. Остается это последний год, даже 2,5 года. Последний год, когда Он идет, Он начал им говорить конкретно. И они совершенно не регистрируют. Это продолжалось достаточно долго. Христос терпеливо ожидает их изменения. Больше того, Петр с уверенностью говорит о том, что, Господи, не отрекусь от Тебя, если все отрекутся. Христос ему говорит, отречешься сегодня. Петух не пропоет, отречешься. И вот это вот отношение Христа к ученикам, Он с одной стороны, Он о них заботится, Он вкладывает все, чтобы они росли. С другой стороны, Он ясно понимает, что вот ты семечко положил, и ты не можешь завтра выйти и вытащить стручок так, чтобы он вырос. Нет, ты семечко просто выдернешь. Время нужно, чтобы эти клеточки делились, чтобы они могли брать питательные вещества, и чтобы потихонечку-потихонечку появляется росточек. Появляется какое-то растение там. Вот то же самое происходит с душой человеческой. Больше того, ученики предавали Христа. Они его обижали. Обижали горько. Тогда, когда они нужны были больше всего, когда Он их просит, пободрствуйте со мною, они спят. 3,5 года учебы у самого лучшего учителя.
Это реальность. Вот это реальность того, что происходит в ученичестве. Больше того, они здесь же разбежались все, оставили его один на один с первосвященником и всей его свитой, которая его избивает. Оставили его одного страдать на кресте. Они не стали рядом с ним, и они не сказали: «Господи, какая несправедливость! Мы против Римской империи. Мы здесь хотим стать рядом и высказать свою солидарность с нашим учителем, который висит здесь распят на кресте». Вот это можно было бы ожидать. Разбежались. Интересная вещь, что Иисус Христос находится в таком положении, когда Он видит, Он понимает, что они сейчас провалили. Но Он знает, что эти люди станут фундаментом, на который построена будет церковь. Вот эти люди. Ученики продолжали учиться и после вознесения Иисуса Христа. После воскресения. Дело в том, что ученик – это состояние сердца. Христос сделал их учениками. И после того, когда Христос вознесся, и тогда, когда церковь была основана, очень интересные вещи мы наблюдаем. Все называют последователей Христа как? Ученики. Ученики. Христиане их стали называть потом. Деяния апостолов, 14 глава, я этим текстом закончу, 20 стих. «Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, на другой день удалился с Варнавою в Дерби». Вот заметьте, вот те люди, которые собрались вокруг него, это не верующие, это не христиане, это не последователи, это ученики. «Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно много учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников», опять-таки. Это результат того, что Иисус сделал с ними, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Друзья мои, примеры Иисуса Христа – очень хорошее основание для того, чтобы мы могли сформировать свое представление об ученичестве. Ни теории, ни какие-то современные курсы. Я хочу сказать, что по мере того, как я изучал эту тему, я прежде всего видел обличение для самого себя. Наше представление о христианстве, о христианской деятельности, о жизни, оно постепенно смещается на что-то другое, хорошее, полезное, нужное. Но в нем так мало остается места для самого главного. Сейчас я хочу вместе с вами преклонить колени. Давайте станем перед нашим Господом и давайте попросим Его, чтобы Он дал нам учеников и научил нас взращивать их. Помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты Господь сил. Благодарим Тебя за то, что Ты торжествуешь в этом мире полном беды, зла. Благодарим Тебя за то, что и сегодня мы можем идти к Тебе и от Тебя получать благодать, и от Тебя получать силу, от Тебя получать реальную жизнь, без которой мы не проживем здесь на земле. Господи, благодарим Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, за Его жизнь, за Его пример, за Его повеление. И сегодня мы стоим пред лицом Твоим, и я прошу Тебя, Ты прости нас за то, что мы так мало следуем Тебе в этой сфере, что мы часто заняты всем, чем угодно, иногда даже очень хорошими вещами, забывая о самом главном.
Я прошу Тебя, Господи, пусть результатом этой конференции будет наше посвящение тому, чтобы просить Тебя в учениках, искать учеников, взращивать учеников. Учеников Твоих, не наших. Учеников, которые знают Тебя, которые любят Тебя, которые растут в Тебе, которые служат Тебе, которые живут Евангелием Твоим. Научи нас, Господи, этому. Я прошу Тебя за каждого брата и каждую сестру, кто находится здесь сегодня. Господи, благослови нас. Я прошу Тебя за каждую церковь, за нашу прежде всего. Господи, научи нас этой культуре ученичества. Мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы Ты сегодня своей рукой радикально изменил нас и наши подходы. Помоги нам, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.